Здравствуйте, мои дорогие! Вчера стартовал мой обучающий курс «Домашнее целительство». И после первого занятия, на котором девочки получили много новой, полезной, глубинной информации, они приступили к выполнению домашнего задания и новых практик. Но они еще не знают, какой подарок я для них приготовила. Я приготовила очень интересный, волшебный, чудесный подарок. Это как устанавливать энергетическую защиту. Для многих уже не секрет, что помимо физического тела у нас существует и энергетическое. И как раз по состоянию энергетического тела, поля, ауры, хоть как это можно назвать, знающие люди, ну целители, например, могут продиагностировать о проблеме человека, будь то болезнь или какая-то материальная проблема. Так вот, девочки получат эти ценные знания в подарок после прохождения курса. Как целитель в своем прескуранте услуг я имею эту услугу «Установка энергетической защиты». Как на тело, так и на ситуации, так и на материальные объекты. Она по стоимости от $100 и выше, в зависимости на что идет установка. Но девочки будут это делать теперь самостоятельно. Понимаете, какой ценностью они будут владеть? Раньше, хочу вам сказать такой момент, раньше в древности все женщины владели техниками установки оберегов защит на своих близких, на свои убежища. И когда отправляли на войны, в дальние походы своих мужчин, сыновей, они обязательно ставили либо сами защиты, либо обращались к ведуньям. В современном мире многие в это не верят, но когда сталкиваются с какими-то событиями, они невольно к ним возвращаются, эти вспоминания из древней памяти, то есть из той памяти, которая есть у женщин, у каждой женщины, и начинают задумываться. Так вот, каждая женщина обязательно должна владеть каким-то способом установки оберегов энергетических защит на своих, на себя, на своих близких, родных, на своих мужчин и, конечно, на свои жилища, квартиры, дома, ну и прочее. Вот. Давайте порадуемся за девочек. Они еще сами не знают, но, посмотрев это видео, конечно, обрадуется. Если кому необходима моя услуга по установке энергетической защиты, пожалуйста, пишите мне в директ, и мы с вами встретимся и поговорим на эту тему. Я вам помогу. Подписывайтесь на мой аккаунт. Приходите в гости на мои эфиры. Читайте интересные полезности, которые я размещаю в ленте. Их много. И до встречи в новых видео, на новых мероприятиях. С вами, как всегда, я, Ольга Мира. Пока-пока.